У каждого человека есть крылья за спиной, уверен художник Сергей Чурсин. А потому на его картинах можно разглядеть ангелов. Именно посланникам Божьим автор посвятил свою выставку в Уссурийске, так и назвав «Не носите крыльев в рюкзаке». Начал я где-то, наверное, в 7-м году или в 6-м, наверное. Что-то у меня так стукнула мысль. Ангелы. То есть я так подумал, каждая женщина у нас ангел. Каждая. Какая бы она ни была, да, она бомжиха, но она ангел. Она там учительница, она ангел. Первых своих ангелов Сергей Чурсин показал жителям Ковалерова, а потом узнал о международном арт-проекте «Ангелы мира». Одно из требований – картины должны быть выполнены в формате метр на метр. Написав две первые работы, приморский художник решил продолжить эту тему. Сложный, потому что мы привыкли к продолговатому размеру, да, пейзаж, там все. А метр на метр, он немножко сложнее его закомпоновать. Каждая картина – это отклик художника на какое-то событие в своей жизни. Например, родилась внучка, еще один маленький ангел смотрит с полотна. А встретил ночью на дороге путешественника новая картина. Часа, наверное, 2 ночи, где-то уже, наверное, 2:30, вот так. По дороге кто-то идет. В лесу, в тайге. Мы уже проехали. Я говорю, стоп, Серега ж питерский. Я останавливаюсь, задом сдаю, и Серега. Он, да, вы с ним. Садись, нет, он не сел, нет, я только пешком. Ну и все, и вот мы с ним так поговорили. Через несколько дней в Находке откроется еще одна выставка Сергея Чурсина. Но на ней будут совсем другие работы. Те, что художник написал, находясь с уссурийскими живописцами на академической даче. Вы посмотрите на его работы. Это сиюминутно. Это то, что я сейчас чувствую. Я все это беру, бросаю на холст. Я вот такой. Я весь. Есть у меня крылья, нет крыльев. Я работаю. Я люблю жизнь. Выставка картин проходит в Доме художников. Продлится она до конца месяца. А затем ее сменят работы Ивана Дункая. Ирина Мигунова, Анна Маринец, Сергей Флоренцев. Телемикс.